Так, всем привет. Продолжаю я 41-ю часть. К сожалению, по техническим тут некоторым причинам пришлось. Блин, оборвалась у меня связь. Ну ладно. Собственно, не знаю. Да, ну там, я не знаю, там немного было, конечно. Взяли мы таран, чертеж на таран, подняли с колокола, как он называется. Давайте посмотрим, что это за колокол. Так, обломки Ла Концепсьон, здесь в нем таран. Ну ладно, в принципе там, да, интересный был, конечно, сложный этот самый. Сложный был, много сундуков, много акул. Много всякого интересного, много матов от меня. Куда без них? Я, конечно, это все не специально, но... Чего уж там говорить. Эмоции. Ладно, я не то чтобы это самое. В общем, нас осталось последнее, как бы это самое место, где мы будем сейчас нырять. Так, вот смотрите, сколько надо. Ну, я не задумываюсь, беру. Это один из лучших итемов вообще для этого. В этой игре, во всяком случае, для этого брига. А этот таран просто будет сейчас сшибать все. Фрегат бедный будет сносить по пол хп, по-моему, даже если не больше. Обычного фрегата, не навороченному. Достаточно хорошо врезаться в него и... Железа у нас осталось немного, но, честно говоря, у нас уже практически все. Тоже вот у меня это действительно поговорка, честно говоря. Ну, это привязавшее откуда-то это, честно говоря, как будто остальное я все вру. Так. А у нас вроде больше железа-то никуда и не надо. Вот и к чему. У нас остальное все покупается за деньги. Поэтому, господа, нам уже все. Мы все основное купили. На материалы больше не нужно. Вот такие вот дела. Смотрите сами. Бортовые орудия. Посмотрим, еще проверяем пушки. Это все уже куплено. Тяжелые ядра, опять же, без железа, просто чертеж. И здесь тоже материалов никаких не надо. Ну и все, собственно. У нас еще 290 железа осталось. Денег у нас вагон. Что нам, сколько надо денег? Давайте посмотрим. Так, где там улучшение? 25 тысяч. Тут 4 тысячи. 29. 33. И все. Отвратительно колесико работает. Просто отвратительно. Да. Может, мышь у меня такая. Спишем на это, собственно. Так. 33 тысячи.
Так, что у нас там прибыло, кто-то вроде говорили. Быстренько посмотрим. Да, приплыл у нас этот вот. Сейчас все придется карты вычищать. Не хочу. А куда деваться? Блин, против канонирок. Да. Thank you.
очередной какой-то бомжара. Ну там наряд китобоя, блин. Ну не знаю. С какого-то матраса. Штаны. Море разбушевалось. Да. Уж лучше пусть будет так. Это куда посимпатичнее. Чем ходить в этом матрасе. А денег стоит немерено просто этот чудо. Три шкуры китов. Капитан на мостике. Так, ладно. Бог с ним. Со шмотками с этими. Так, где у нас еще один колокол остался? Вот он. Ай, что ж творится с мышкой? Ну что, пешком? Или на лифте? Где мы есть-то хоть? Не, давайте лучше вот так. Камни эти торчат, все это активно, нахера, я еще раз спрашиваю. Нахера они активны на этой карте? На открытой полностью карте. На отдаленной, в смысле, полностью карте. Когда я мимо человека проплыл, да, прохлопал. Да у нас теперь, собственно, и покупать нечего. Ну, сахар, ну. Ром, нам теперь уже ни хрена не надо. Денег, вагон. Можно три корабля таких ходить. Ну, три, не три, один-то точно еще. Можно вооружить. Ну что ж, Форд Кенуэ тоже, ну, помог, конечно. Штука стоит туда как минимум достал, наверное. За пару-тройку дней. Чё готово? Чё сказал готово, так и не понял. Смотрите, там что-то на дне. Так, да, походу тут опять буря наворачивается. Убавить паруса! Так, тут, наверное, уже чертеж какого-нибудь этого. Отсека. Потому что, по-моему, мы уже все вроде. Оружие вроде все усилили. Так, ну что, давайте посмотрим, что тут нас ждет. Мать моя женщина.
Да, матюгальник я отключил, конечно. Понятно. Эти акулы нафиг. Ну, поехали, что делать. Так, давай только дисколичек. Так, налево. Куда нам туда? К акулам, а куда еще? Вон, родимые, плавают. Вот он, смотрите, он не плывет вообще. Никакого ускорения, шип, держу, а надо же акуле дать бомбить. Ну, а как будет? Две клетки нервные у меня лишние убить. А как? Может и больше. Так, давай, родной, давай отсюда. Конечно, куда ж без тебя. Надо ж тут напоследок крови попить, нафиг. Последняя дырка-то больше... Больше и не попьете. Так, давай, такой около, родной. Пошли, нафиг. Восстановимся по новой. Здесь ускорился. Да. Ну ладно. Ставим это на совести разработчика. Давай, восстанавливайся и погнали по новой. Так, давайте посмотрим. Там неизвестно, проплывем. Давайте попробуем в акулу, там увидим все-таки. Давайте попробуем на этот поплывем. Приехали. Так, там еще скат, зараза. Так, толкнуться баба, что? Толкаться не хотим. Да, сейчас нужно будет бодать в задницу. Это в лес не ходить. Потому что... Ну а как же тут? Ну а как же он? Смотрите, он развернулся все в другую сторону. Я его поворачиваю в другую сторону совсем. Нет, блять, он плывет туда, куда захотел кто-то там. Я не знаю, кто это делает. Я его поворачиваю в одну сторону, плывет в другую. Тут какой-то заколдованный круг, я не понимаю. Так, подышать бы нам еще чутка. Вот этот писк меня просто раздражает, я не могу. Давай вот сюда, мужчина, мы рвим уже от этой акулы. Буква Е, все, подыши чуть-чуть, остановись. Так. Так, нам куда-то сюда. Как тут проплыть? Кнопка вверх, кнопка Е, ничего не работает. Как хочешь, так и плыви. Е, Е, давай, вот сюда. Ну вот, жми теперь Е. Да, теперь вот я потерял то место, где это мы были. Попробуй найди. Где мы
поэтому вот здесь вот. Давай, ныряй, ныряй, ну ныряй, ныряй ты, блядь, про... Ой, блядь. Ни одна кнопка, и так, и сяк, бляха. Как хочешь, так и ныряй. Так, что там еще что-то есть? Да, тут внизу еще что-то есть. Управление отвратительное, просто отвратительное. Неуд, блядь. Вот такое управление. Это извращенцы делали, блядь. Люди, которые любят мозги поебать людям. Вот такие люди это делали. Поверьте моему жизненному опыту, блядь. Им все ха-ха, они, наверное, молодые еще, я не знаю, блядь. Ну, повернись уже, паскудная твоя морда, блядь. Не, это фейл, нахуй. Вытер тут крутиться, блядь, вертеться. Давай вот сюда к бочке успеешь, нет? Возьми сколки пирожок. И этот в корабле, мать. Да я сейчас забью на него, нахуй. Сундуки соберу. Видите, что творится. Потом говорят, вниз куда, вот я не знаю, куда тут. Давай, забирай уже. Так, смотрим дальше. Дальше надо подышать вот здесь. Забрать остатки эти. Так, а чтобы подышать, надо еще отсюда выбраться. Так, выбрались. А, они в ту сторону, мать твою. Вот он. Это пустой. Пошла ты, мать. Вон она, подышать где. Поплывешь, не. Толкнись. О. Да, блядь, толкнулся. Ой, блядь, это фейл, это просто, я не знаю, это просто олень делал, блядь. Сука извращенская, блядь. Так, где это? В корабле или где? Ну давай уже. Да, вот еще один сундук. Давай, родной, давай, забирай его нахер, валим отсюда. Еще один этап, последний где-то. А где он тут? Ё-моё, где он тут? Так, смотрим. Помечаем его. Так, где-то за стеной там. Нет, нырять тут не надо, нигде ничего. Вроде нет. Давай, родной. Последний прыжок и все. Вот сюда на дверку, наверное, мы выйдем. Да, хрен. Где это, где это, где это? Вот сюда, наверное, дверку. Давай, родной, ныряй нахер. Вон. Вон сундук, я его вижу. Все, мы забрали здесь все. Сундуки все, так, чертеж, так, цветочный. Мать моя, жен, цветочные паруса, если бы я знал. Что мне тут дадут за чертеж? И ради чего я тут буду? Давай, родной, вот сюда, вот. Вон этот гребаный кристалл, забираем его и все, и можешь убиться. Все. Я счастлив. Ты меня просто счастливый, мужик. Валим кирпичи за колокола. Пускай они здесь хоть пищатся, как пищатся, мать. Давай, вали, мужик, а что-нибудь толкнуть, что тут можно? Есть только Абакулу, блядь. Че не до корабля? Че бы сразу не до корабля? Я уже, по-моему, до корабля доплыл. Да где ты, мой твой? Да, вот такая вот фигня. Я уже вынырнул без колокола. Давай, родной.
Все. Наконец-то мой мир. Мир покоя будет. Я больше сюда никуда не пойду. Значит, остальные... Остальные, получается... Сундука где-то зарыты в земле. Чего у нас там осталось-то хоть? Давайте посмотрим. Паруса не дали, махники, я охренел. Какие-то цветочек паруса, я просто счастлив. Я сейчас побегу их в первую очередь одену, блять, эти цветочные паруса. Надену те трусы в полосочку. В честь великого праздника. Китобойские, которые. Кит увидит, с ума сойдет. Действительно, такие труселя, блядь, портки. Ладно. Че там хоть за паруса-то? Давайте хоть посмотрим. Офигенные, которые... Из-за которых я столько нервов потратил. Что рвал цветок. Малые паруса. Цветочные паруса, господа. Вот эти паруса мы только что чертежи вот эти вот достали. Я прям сейчас муха несусь в этот самый, как его. В каюту вот эту вот самую, капитанскую. Чтобы их одеть. Ладно. Так, ну что дальше, господа? Давайте смотреть карту. Походу тут все уже пройдено. Ну, колоколов я больше не вижу. По всей видимости, тут все. Ну да. Задания у нас все вроде выполнены. Нам осталось еще что? Так, мы там взяли две этих самых... Давайте посмотрим, сколько осталось этих. Как они называются-то, забыл. Следовательно. Да, у нас взято столы мая 13 и 16, еще три штуки где-то. Две мы взяли сразу на одной локации сейчас. Двумя сериями, по-моему, назад или в прошлой серии, или двумя. Так, выдержите 10 нападений акул. Господа, нам одного удара по заднице от акулы не удалось. Вот и тя, вот парадокс, а. Ну чё, сейчас нырнем разочек еще, пойдем получим под зад. Пендели. Ну как же так, 9 из 10, а? Так, соберите все 200, 200, ребят, 40 всего этих самых. Ну чё, зря кровь проливал. Фигня какая, всего 40 осталось. Здесь чего? Синхронизируйте все точки обзора. 8 штук осталось.
Ну как же так, а? Не, я из принципа нырну, ребят. Я хочу получить еще один пендик от акулы. Ну как так? Ну? Давайте нырнем разочек. Получим от нее пендель. Ну, чтоб потом не туйти, чтоб и не думать. Давайте, я готов пожертвовать немножко временем ради такого ценного достижения от разработчика Ubisoft. Ну а как же? Ну, надо использовать все в игре, что есть. О, подруга, я тут. Куда поплыла? И я жду пенделя нападения. Давай. Вот так. Вот так. О, ну, за жопу-то будешь мне хватать. О, давай, погнали. ТВП. Так, что еще есть? Так, все, здесь все. Все, ребята, достижение есть. Можно со спокойной душой взять с полки пирожок, повесить медаль на свою полосатую задницу от китобойских штанов. Так, ну и все. Вот такие вот дела. Ну что, рвануть собрать еще 40 от этих вот кристальчиков? Не, я не буду. Я не настолько жестокий, чтобы вам, господа, мозг так сильно насиловать. Это уж я, если что, потом в одиночку тут, если поплаваю, если маразм дойдет в башку. Так, что дальше делаем? Чего у нас тут еще хоть есть-то? Нам осталось 3 стелы Майи, но... Я не помню, где они, и не знаю, где они. Если что-то было вот здесь, на, ну, все собрали. На этих... Один остров у нас еще не открыт по сюжету. Давайте поехали сюжет выполнять. Еще я тут мозги парю, да, ребята? Хорош, скажи, мозг парить, мужик. Давай, поехали, проходить. Самое интересное. Все уже прошел, по-моему. Все, что можно. Осталось только один сюжет. Ну, поехали, черт. Тут у нас конвой, правда? Да, конвой где-то по пути. О, господа. Поможем пацанам, и мы их нахрен. Согласен, мы их нахрен. Поехали. Приводим к ветру. Да, тут уже пацаны в обморок падают от одного нашего вида. Я понял. Звук мортов, видать, все. Сразу два на дно. Но мы ж не такие жестокие пацаны. Солдат ребенка не обидит, но что это шкурно с моего уровня. Просто издевательство. Ни хрена мы только конвой, господа. Нахер он нам нужен? На кой хер он мне нужен, этот конвой? Денег, вагон. Купить можно, как я не знаю. Можно, кстати, поехать на эту нашу забегаловку. Все улучшит. И еще денег останется на корабль. Сейчас вот этого пацана спасем. Но... Вопрос. Еще кто-то. У меня такое ощущение, что корабль наш плавать стал быстрее. Вроде таран только поставил. Где? Где? Аэр?
Че-то я не понял, вот это, ребят. Ну, просто чистое любопытство. Он, по-моему, на дне. По-моему, он просто тупо на дне. Это чего такое? Ребят. Ау! Давайте, всплывайте оттуда. Сейчас как подводная лодка. Помните корабль наш? Ну там, правда, дырка была. Я чего-то не понял. Вот это фейл. Атлантида, ёпарасоте. Отдыхает. Подводная лодка в степях Украины, мать ики. Ну и чё тут делать? Давайте пойдем разочек. Чёрт, мимо! Мимо? Да ладно. Бой готов, сэр! И? Чей это такой? Чей это такой? Это типа охрана, что ли? Мощная охрана. Ладно. Да. Вот это прикол. Это, наверное, эти, как и яйца, которые, как они называются-то эти. Это разработчиков-то вот это вот эти вот, которые. Найди в игре. Яйцо, бляха-муха. Это, наверное, вот это вот яйцо и есть, муха. Ладно, хорош прикололся. Поехали по делам. Корабль, по-моему, действительно быстрее стал. Так, и чё, и куда? Вокруг, что ли? Ё-моё, конечно, вокруг. А я думал, уже здесь. Корабль реально побыстрее стал. Да, в общем, господа, тут есть и так все сопоставлять. В общем, нужно все это делать, все то, что я делал. Начиная, ну, допустим, улучшение корабля. Ну, немножко его так поднять, может быть. Мортиры там, да. Может быть, что-то таран. Вот. И как только вы получаете колокол, с того момента, я думаю, надо начинать его развивать, потому что получается хрень какая-то. Хотя тоже там есть квесты, может быть, навороченные где-то, где нужен корабль. Ну что такое-то? Я не понял ничего. Чё за глупый-то? Это не как вот тот остров, который был закрыт. Ты нас всех разочаровал, Тэч. Решил остаться тут, значит? Чёрту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Но он сказал, что на север. Идет. Он просто глупец.
Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Так, по-моему, сейчас надо будет выследить. Так, 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 ребята. Смотрим дополнительные задания. Пока нет. Вперед. Орлиное зрение. Ну, куда без него? Так, 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 понял. Ну, давай распрячься. Так, трава-то есть, травы нет. Девочек нет, ничего нет, придется так. За бочечки там-то все. Ищем траву. Травы-то нет. Так, вот, 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 вот. Муха сюда. Стреляй во все, что движется. Убейте стражников. Так, тихо. Убейте стражников. 1-4. Да не вопрос. Чего? Трава где? Базар надо слушать. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, давай с этой анимацией, мать ее. По всей видимости, стражников будет тут немного, поэтому... Опа! Тихо, тихо, тихо. Расскажи мне про Тича. Что он за человек? Он тачится. Как он себя... Так. Это мы выполнили. Совершенно свихнулся. Чокнутый. А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный плит с ромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Так, трава, трава, трава. Да, для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники гниют. Да не меньше. О, боже. Но для чего? Команду проверял. На прочность и вновь. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Чёртовы дикари. Смелее, солдат. Их конец уже близок. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. И запомни. Кто именно? Какого чёрта? Весело. Так, чё, доберитесь до галки. Ага, понял. А я куда? А где галка? Мать её. Так, что такое? Время 0.52. Так, я чую, я добрался до галки, да? А где у нас галка? Давай, родной, ныряй ты, блядь, уже.
Где галка-то? Вон галка. Ну давай ты уже. Да. Ну что здесь не поднимается-то вам, блядь? Короче, ребята, надо чью лодку искать на ней. Тут не успеем. Пять секунд не хватило. 4-3, не, не успею, все. А! Чуть-чуть не успел. Я не понял просто темы. Ну ладно. Теперь-то мы тему знаем. Ну, теперь попытаемся как-то по-быстренькому туда. Вот, типа по-цивильному вот так. А не просто вот так, чтобы вот так. Раз-раз и по крышам. Давай, родной, давай, все крушится, хрен с ним. Давай, плавь нахер. Благо тут вот она уже стоит. Немножко не хватило. Немножко не хватило. Давай по борту, полез, пошел, галочка наша. Стой, надеюсь, это галка. Поехали. Чё, остановите линейный корабль? Вот это что ли? Ну не зря усиляли-то, господа. Вот это что ли, остановить корабль-то? Да хуйня. Сейчас мы, блядь, получим. Давай очередь. Дым-д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 ым. Зря что ли мы все это делали. Все, готов. Линейный корабль. Остановить, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй, вот это было лишним. Мать, ну шо ж. Ладно. Так, подбейте линейный корабль тяжелыми ядрами. Все понял, ребята. Все равно фейл был. Короче, тяжелыми ядрами. Я не знаю, как там это самое, но короче, его будем лупить только тяжелыми ядрами, а то еще не рассчитают. Давайте попробуем. Может быть, это как его? Не можно. Удачная позиция. Так, вперед, родной. Подходящая дистанция. Так, так, так. Ну-ка, провалили, не? Нет, все засчитали. Подбейте линейный корабль тяжелыми ядрами. Засчитали. Так, возьмите на абордаж линейный корабль. А почему там нам не засчитали 4 этих самых? Не понял. Ладно, посмотрим. Опа, в притирочку вошел, ну прям, ну ас, ну. Ну просто себя не узнаю. Ну давай по бочке-то уже. Твою маму. Что там еще? Ну ладно, хрен с ним. Так, бейте вражеских лазутчиков, уничтожьте запас пороха на вражеском... Бла-бла-бла, короче, вперед. Так, во-первых, вот это. Во-вторых, вот это. Где у нас лазутчики? По башке. Второго у нас золотые пистолеты с охранительной дальностью, которые не достают почему-то до этого козла. Куда ты прыгнул-то? Опа! Вы видели? Вы это видели? Ладно. Это был фейл. Давай, 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 давай. Что такое? Что такое? Да убери ты сабли-то, мать твою! Подожди ты уже. Ой, чу, вырвало, ну это просто кошмар. Вот этот вот, вот эту вот херню нужно поджечь, мужчина. Вот ее надо поджечь. Вот ее надо поджечь. Это фейл, господа. Это, блядь, я не знаю, как это еще назвать. Придется из пистолета долбить, больше не знаю. Буква Е тут не работает, потому что, блядь, буква Е в заднице в этот раз.
Про букву Е, блядь, все забыли. Блок уже, блядь, заебался блоки ставить. Мочи их всех, козлов, блядь. Нахуй забыл. Я сейчас все полосатые штаны, сука, одену. Вы, блядь, у меня вообще все охуеете. У меня есть полосатые штаны. От этого. От китов. Такие, как его... Не габана, блядь, а от китов, мать их. Так, чё такое? Всё, что ли? Ой, бляха, ну, как вот с этим пингвином можем добраться до галки? Последнюю ведь секунду, а? Идите в открытое море. Так, где тут открытое море, ёпарасы? Где открытое море, а где закрытое? Ну давай полный вперед, тогда чё, раз в открытое море. Козли, убили такого мужика. Вот тварь, а. Зачем? Что мы в штамматин сидели? Рыбы себе и рыбы. Где же Тач? Убит? Капитан? В вечных муках. Нет, они какие-то бессердечные, эти Ubisoft, я не знаю, какие-то дикие какие-то, не знаю. Я ничего не буду здесь оставлять. Вот так вот. Убили лучшего дядьку на земле, нахер. Так, ладно. Что дальше? Что-то у нас тут совсем как-то... Не в кайф. У них в этих, я не знаю, этих западных продюсеров, их назвать, у них какие-то понимания странные, ну, чтобы... Ну, опять же, взять бы... Взять те же фильмы, чтобы кино было хорошим, и опять вернуть такую концовку, чтобы все было говно, короче. Да, это не только народу. Это сейчас, наверное, модно. Как говорится, в финале, в общем, все умерли. Вот это самая сейчас ходовая такая концовочка.
которая идет с расчетом на Оскаров там все прочее. Дать выжимание там слезы у кого-то, это действительно там считается крутым, крутой наградой, но чем все это, естественно. Ладно, бог с ним, все это лирика, господа. Это так, мысли вслух. Пока я пустую до сундука. Развеемся от грустной концовки этого нехорошего квеста, этой части. Всякие подонки ходят на земле, по земле и жреют под люди. Такого мужика взяли просто раз и все. На ножи. Вот как я. Ну ладно, мы отомстим. Сейчас мы наш корабль починим. И будем кромсать этих козлов. Так, где мы можем починиться, кстати, куда нам ехать дальше? Где-то же у нас еще тем более карты. Где мы были, кстати, где этот остров был? И, кстати, где-то здесь бутылку я еще одну видел. По-моему. Не здесь именно, где-то я ее видел. А нет, мы ее на рай подобрали уже. Так, ладно. Ладно, давайте посмотрим, где у нас квест продолжение. Заедем сюда, починимся. Починимся, зарядимся. Да.
Да, под эти паруса как раз те портки. Мы будем крутыми чуваками. Ладно, ну его нахрен. Так, мы починили корабль-то. Поехал. Корабль-то почини. Я бы сейчас поехал бы, блин, полоска, с одной полоской, в смысле. Вот ты другое дело. Так, что у нас здесь еще? Все. Здесь все. Известность у нас вроде нейтральная. Ладно, господа, поехали. Вот, смотрите, опять в руке пусто. Почему в руке пусто? Ну, кстати, маркиры наши стоят вон. Где? Почему не на суд? Да, я считал, что они в корме всегда стоят. Чего нам с корме? А, в корме же у нас, я забыл, мы же этот миноносец. Капитан, мы оттуда бочки кидаем. Еще парусов! Отдать марсели и бомбрамсели! Сменится. Не миноносец уже, сменится. Хотя это одно и то же. Бросаем якорь!
Значит, Тэч погиб. Проклятие. Их было больше. Я не пробился. Он был сущий дьявол, а вот душа металась. Сложно отбросить то, чем жил раньше. Да. Мой отец любил побрюзжать, что хочет купить собственный корабль. Я буду капером, вот увидишь, Чарли. Твой старик будет капитаном. Но пошел на дно бочки с виски. Так, Кенуэй, я тут думал про твой план, про эту обсерваторию. А вдруг это байки? Есть одно судно работорговцев. На его борту некий Робертс. Он отведет нас. Они работают на Королевскую Африканскую Компанию. Что ж, найдем корабль, расспросим. Красивый костюм. Куда идем, капитан? Ищем работорговцев. Королевская Африканская Компания. Уж не задумал ли ты торговать рабами? Нет, проклятие, Аде! Что за вздор ты несешь? Нам нужна информация. Надо выяснить, где принцесса стоит на приколе. Принцесса? С рабами? Да. Черная борода сказал, там можно найти мудреца. Вейн потопил торговую шхуну. Вот черт! Так трудно держаться условленного курса. Больше парусов давай! Главная задача – просто ехать за ним. Но насколько я помню. Глоти водички! Горбатый кит! Где? Где? Надо заняться! Так. Там был горбатый кит. Уже близко, капитан. Будем знать при случае. Хотя я не думаю, что мы уже поплывем, честно говоря, за горбатым китом. Ну, посмотрим. Что-то экипаж у нас истощился совсем. Где наш этот? Вот наш этот самый, Королевская Африка. Это наша цель. Не затопи корабль, Кэтвей. На его борту сотни невинных душ. Знаю, знаю. Бакборд, сэр! Там плавает добыча. Пли! Господи, они удирают, капитан! Болваны! Я их догоню. Блин! Полный вперед. Он бранжели, круче к ветру. Чертов капитан Вейн. Он решил просто едем за этим вот нашим как бы другом. Смотрим, под задание нет. Поднимаемся по плечи!
Будем разуровываться! Только дайте знак, капитан! Я могу уже как бы на абордаж. Подойдем ближе. Что такое? Что за чёрт? Спасите Лейна. Подойди к борту! А ну быстрее! Готово! Уходим! Зря я покромсал. Да, я вспомнил, что сейчас будет еще. Догоним их, Кэнуэй! Убью тех, кто затопил мой корабль! Спокойно, друг. Помни об истинной цели. Нужен верный расчет. Так, немножко тут этих надо поцарапать. Блин, мы не убили. Бли! Мы можем взять их на абордаж, сэр! Мимо! Куда мы воткнулись-то? Это кто? Готовы, сэр! Так, наша задача у нас... У нас тут так. Так у нас уже все выполнено. А где у нас Анна тут? Твою мать. Вот она, да? Бляха, Натаха, я уже все потерял. Паруса отдать! Убавить ли селя! Нагитовы! Сейчас берем ее на абордаж. Угодно, там, короче, господа, было подзадание с помощью форта потопить корабли. Но у меня почему-то оно уже выполнено. Возможно, уже это было сделано, когда мы форт взяли. Я не знаю, когда оно успело уже. Видите, уже выполнено. Как оно выполнено? Хрен возьми. Возможно, оно пошло в зачет. Нас задели! Не вышло! Так, ладно, наша задача просто взять вот его на абордаж, а эти тарелки, хрен с ними, вообще ни к чему. Их можно выводить, их нужно выводить, по идее, если у вас квест не выполнен, их нужно выводить вот этих двух под форт. Вон он стоит, сзади нас форт. Это наш форт уже сейчас. Вон, видите, вон там форт. Вот тех двоих нужно было выводить на тот форт, чтобы он их замочил. Найди капитана. Так, там уже наши. Вот это я неаккуратно опять. Так, убить вражеских лазутчиков. Ну что, погнали. Там запуск. На абордаж. Опа. Двенадцать. Так, вот как-то так. Он говорит, принцесса отходит из Кингстона каждые пару месяцев. Ясно. Ложимся на курс. Вы разнесли паруса и текелаж в клочья. С вас причитается! Черт, Вейн! О, Чарльз, ты просто дьявол воплотил. Не зли меня, Джек. О, злит тебя моя работа. Чарльз. Парни. Ну, мы с парнями потолковали, пока вы там теряли время. Ну и они решили, что из меня выйдет капитан получше, чем из вас. Я тебя в клочья разорву, предатель. Это вам можно продать за... десятку в Кингстоне. А с вами, пьянчуги, лучше не рисковать. Ты пожалеешь об этом дне. Да мне не привыкать. Связать и за борт.
тебе брюхо вспорю! А потом я вытащу твои кишки и натяну на лютню вместо чертовых струн! Хватит тебе скулить, Вейн! Толку никакого! Ну-ну! Бесстрашный Эдвард Кенуэй! Молю, капитан, скажите, как нам спастись! А может, вы столь ловки, что сможете управлять лодкой без руля и паруса? Закрой пасть, Вейн! В общем, господа, у меня есть такая мысль по поводу вот этого. Используйте орудие в форте, чтобы потопить корабль. Перед этим квестом, ну, это самое, вот надо было, конечно, посмотреть, где это действие происходит. Захватите вообще все эти, да, форты. Ну, в общем, как у меня получилось, я захватил все форты далеко еще до этого квеста, и там они атаковали корабли, топили, поэтому, может быть, уже засчитали. Потому что мы даже к этому форту, смотрите, мы даже к нему не подплыли, а мне засчитали уже вот это дополнительное задание. А до этого, вот когда я первый раз проходил, я туда плыл, тащил за собой эти корабли, вот эти вот этих двоих. Королеву Анну я не трогал вообще ее. Это здесь я маленько ее подранил этим. Здесь она уже стояла готовая, опять же. Это я, наверное, с бортовых, что ли, дал по ней. Я что-то так и не понял, что тут произошло, короче. Она уже стояла готова к абордажу. Не знаю, может, этими патчами там что намудрено, не знаю. В общем, я в предыдущей версии тащил их всех троих туда, вот к этому форту. Но маленько там, конечно, этих вроде как подранивал. Бриги эти вот. Точно уже не помню. Ну, главное, чтобы вот форт нам тоже. Чтобы форт уже потопил их, как бы. Там я проплывал просто там прямо рядом со стенами форта. И он, по всей видимости, форт там кого-то затопил все-таки. Потому что вот это вот задание. Ну, как-то так, короче. Ладно, то, что действительно квест какой-то не совсем понятный. Рядовый, я четверочку поставлю, потому что до сих пор я его полностью не понял сам. Как он выполняется, опять же, вот это вот автоматически выполнилось. Это неинтересно такое выполнение. Когда кто-то за нас все это уже раз и все сделал. Ну ладно, чё ж. Не двигайся! Этих устриц я заберу себе. Ты безумец! На острове полно еды, стоит только глаза разуть! А я разул олух. И вот что нашел. Прочь! Пошел прочь! Слышишь? Не смей меня искать! Что-то крыша у мужика поехала совсем. Безумец. Так, освежуйте животных, три штуки. Так, давайте для начала, конечно, откроем эту херню вот эту. Глаз Божий, да? Ну и вот, наверное, вот этот, вот, наверное, этот остров, который был закрыт. Ну-ка. Да, господа, вот он был закрытый.
Нас сюда поэтому и не пускали именно для этого квеста. Закрытой стеной. Иначе мы бы тут пожрали, все поубивали. У нас, кстати, и клад, по-моему, здесь, да. Можем найти клад, но, наверное, не во время квеста. Сундучки, бутылочки, да, соберем все, пока не знаю. Рядом. Вон внизу там сундук я вижу, совсем рядом. В двух шагах. Сейчас еще клад здесь найдем. Кстати, бутылочка. Нет, это не то. А вот это то. Скорее всего. Да. Ладно, поищем вот эту хрень всю. До кого-то она, наверное, стоит. Ладно, давайте заберем бутылку сейчас. Где она? Не вижу. На ощупь уже нашел. Прозрачная, блин. Ну что, господа, первая, вторая, третья, четвертая. У нас нет только 20-й, по-моему, остальное все есть. Я даже не знаю, что и делать. Читать я не хочу, это все. Это потому что надолго, тут слишком много букв. Я не знаю, надо оно вам, не надо. Ладно, давайте только не сейчас. Есть только, может быть, потом. Чуть-чуть попозже. Нет никакого желания ковыряться в этих буквах. Там очень много текста. Так, давайте посмотрим еще карточку разочек. Так, вот это вот канитель. Вот это вот. Пальма. А где тут у нас пальма? Какой-нибудь там пальма. Здесь есть что-нибудь похожее такое? Что-то я тут, честно говоря, этого ничего не вижу. Так, давайте посмотрим, что тут еще, может, что-то есть. Так, здесь пока ничего нету, давайте посмотрим здесь. Где это? Хотя бы нечто похожее. Ягуар, а пантера, ну черный ягуар. Черная пантера и ягуар. Что-то я, господа, здесь похожего ничего пока не вижу. Где-то тут. О,
где-то здесь. Может, нам во время квеста не дадут ее, потому что недоступно. Где какой-то? Я не знаю. Ладно. Ладно, ребята, давайте я. А то мне как-то даже неудобно все ждут нужного квеста, а я тут хожу клад еще. Ладно, я потом вернусь, в принципе, здесь точка обзора есть. Давайте выполним квест, а потом будем туда искать клад. Ну-ка, стоп. Что это было? Да нет, это, скорее всего, было прыгнуть. Да, прыгнуть. Кто-то забуксовал там это. Так, ладно, нам нужно три животных. Освежевать три животных. Что тут? Какие тут три животных еще есть, кроме ягуаров? Так, вроде я что-то ничего тут больше не видел. Есть кто-нибудь? Давайте вот так вот. Обычно это вот так проверяется. Чего-то я никого тут не вижу, никаких животных. Так, нам вообще куда идти? Нам туда. Ну что, пошли. Ребят, это не я придумал освежевать животных. Под задание-то. Поэтому будем идти искать, что делать. Где они тут есть, я не знаю. Ага. Ну давайте, может быть, здесь обезьянок найдем. Давайте, пошли. А, у нас пистолет, это все равно нет. Хорошо, вот. Давайте сразу смотреть. Лучше выполнять сразу, чем откладывать на потом, потому что как бы не получилось все, чтобы сначала начинать.
comrade is drinking while we have breath. For there's no drinking after death. And he that will his health deny. Красиво, мужика, крыша поехала. Down among the dead men. Down, 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 down. Down among the dead men. Let him pay. Вот видите, киску видите там, вот той, вот, вот она паскудная. Да. Не вовремя. Пусть. Спрятались, да, хрен там на нас улице поскоре. Пистолета у нас нет. На стол. Что ж ты такая злоебучая? Так, на стол прыгаем, отдышимся. Здесь нас не возьмут. Ну что, поторопился маленько. Нам нужно подождать, когда она отойдет. Да, не захотела она умирать почему-то. Так, спрятаться-то мы можем от них? Да. Ебучая какая-то киска. Нет, прятаться над нее не хочет, как верить. Ну давай ты куда ты, на стоп-то, блядь. Куда от столба-то отбежал? Ты дурак, блядь. Залезь уже на столб куда-нибудь, на камень, на дерево, блядь. Сиди здесь, нахуй. Забери камушек, пока не стоит. ХП восстановим, сейчас попробуем. Я из травы надо забирать, но опять же, наша пора нас не видела вот в этой траве. То есть, если бы мы изначально сидели бы в траве, посел здесь как-то. Все. Так. Одно освежевали. Я предлагаю, ребят, собрать их тут три, потому что хрен он чем квест закончится. Вот травку сядем, будем сидеть ждать. Мне не хочется потом что-то сначала как-то начинать все это дело. Будет тут еще киска, не будет. Где она будет? Давайте пока покурим. Пока она респнется.
Ну что, я так чую, тут мы будем долго тогда ждать. А вот она, вот же она. Ё-моё. Тут типа она что, нас чует что ли? Ага, хрен ты ее так возьмешь, вот так. Она нас типа чуяла. Твою мать, а. Ничего, придется с дерева. Ну, нормально, забрали. Ладно, тогда я сейчас сразу на дерево залезу. Я думал, я из травы... Я бил этих ягуаров из травы, но... Других маленько. Так, где мы забирались-то? Так. Блядь, какая же трава-то высокая. Так, где это? Где эта тропинка? Так, вот. Ну, где-то здесь. Давайте еще раз подождем. Осталось немножко нам тут. Кстати, чего у нас хоть? Ничего нету. Кроме карты ничего нету. Это мне надо. Выполним со спокойной душой, так сказать. Будем продолжать квест. Не хочется мне что-то переигрывать потом. Как-то так. Ну и вперед теперь, господа. Со спокойной душой можно бежать. Так, пишу крокодил, отбегем. Ну-ка. Так, ну-ка. Так, и сразу. Не хочешь поговорить, Вейн? Ведешь себя как безумный! Безумный? А по мне так нет ничего безумного в желании выжить! К чему эта ссора, болван? Давай решим все по-людски! Ох, боже! Вейн! Так, обязательно здесь... Поднимаем этот самый глаз. Ну же, друг! Потому что сюда нам потом нужно будет вернуться. Я не помню по каким причинам. Но сюда нам нужно будет еще вернуться. А вот пешком тащиться сюда будет. Вот там не помню. Кстати, и карта, по-моему, вот смотрите. Не у нас карта. Нет, это все-таки не то. Да? Наверное, не то.
Ладно, бог с ним, давайте выполнять квест, потом мы будем складами, тут складами. Ну, туда. Кстати, осторожней, тут где-то крокодилы еще водятся, между прочим. Поэтому... повнимательнее, прошу прощения. Вот они здесь, кстати, и водятся. На болотистое место сразу видно. Скорее всего, они здесь. Вот и здесь, желательно, строго вот по этим вот веточкам там. Так, нам сюда. Я предупреждал! Боже, ты выжил из ума! Это честный обмен! Я нашел ружья и бомбы! Боже, Вейн! Можно же охотиться! Ха-ха! Вот и поохочусь! Смотрите постоянно. От тебя мокрое место останется, Кенуэй! Так, он кидает бомбы. На бомбах отходим, куда-нибудь прячемся. Да, вот смотрите, стреляет он, конечно, мощно. Так, бомбочка. Отходим. Останавливаемся. Катись к дьяволу! Так. Так, тут чего тут не помню, ну давайте смотреть, здесь по воде осторожно, здесь крокодилы. На части разорву. Там либо бомбы, либо стреляет. Короче, он как-то там по очереди. На, видите, выстрелит два раза. Обстрел. Бомба, бомба. Тебе не скрыться, Кенуэй! Бомба. Так, ну вот я не подсветил его. Да, я сделал глупость, надо было подсветить. Не вижу его. Так, ладно. Где он? Пошел, что ли? Да, по всей видимости, он сметил. Так, а здесь, по-моему, еще и пантеры. Не замолчишь! Придется убить тебя, Вейн! Вот это было глупо. Да, господа. Ну, в общем, я так полагаю, надо маленько все-таки графику снизить. Я забыл, что я там хотел лобу посмотреть. Потому что начинает маленько дергаться, а это не есть хорошо. Здесь нам нужно бегать, прыгать, не вон нахер. Давайте сейчас я посмотрю. Нет, дергается еще сюда, он дождь. Thank you.
О, нормально. Получше, помягче смотрю. Так. Гуара вижу. Бочка. Почему бы это? Спросите вы, что он умеет выдохнуть. Ну что, господа, надо нам куда-то туда, вон там кот подходит. Блин, горел. Так, а вот дерево, вот ветка. Давайте-ка вот так. Так, тихо, 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 мужик. А то ты сейчас будешь дело уже иметь не с Уэйном, а киской. Сундучок закручивай. Так, где эта рожа? Так, у нас кошка засекла. Пробуем бежать. Так, кошка нас видит. Живем отсюда выберется лишь один из нас, отродья! Я не желаю ходить по морям, где снуют подлецы вроде тебя! Ладно, сейчас, если что, ускоримся. От тебя мокрое место останется, Кенуэй! Так, кошка про нас забыла, по-моему. Так, здесь надо добраться, да? Тут еще бегемота крокодила. Так, уходим сюда. Так, блин, горелый. Так, 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 так. На части разорву! Давай, родной! Козел! Залезай, иначе тут у тебя сейчас ничего не останется. Еще не сдох! На! Так, наша задача забраться наверх. Так, 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 так. Убейте войну с воздухом. Вот, короче, сейчас я попробую обойти. Пробежать вот туда. Так, гранатка. Раз. И понеслась. Хрен с ним. Сейчас пауза из этого будет, пока он перезаряжается. Так, нам надо туда. А, кстати. Это как его? Вот здесь надо. Вот ее, вот эту вот надо. Вот. В первую очередь вот эту вот. Я не знаю почему, но потом вспомню. Я тебя размажу! Давай, погнал. Так, в бок уходим. Катись к дьяволу! Давай, родной, давай. Здесь заберемся, сейчас по буквам, по этим, по аэробликам, как тут, что тут. От тебя мокрое место останется, Кенуэй! Тебе не скрыться, Кенуэй! Да, я в прошлый раз был в двух шагах и пожалел, что я это не сделал. На части разорву! Сейчас опустим голову вниз. Вышел. Катись к дьяволу! Все. Да чтоб тебе гореть в аду, Вейн! Вот слюнтяй. Просто на кнопку. Надела дело и то не смог. Черт подери. И это моя награда за веру в людей. Думал, остолоп, что такую корабельную крысу можно урезонить. Может, Хорни Голд и прав. Миру нужны чистолюбивые люди, чтобы такие, как ты, все не испортили. Ага. Или тебе...
Просто не хватает духу жить без сожалений. Окажешься в аду, не жди меня. Я задержусь. Почему же надо было активировать? Вот почему нужно было активировать, господа. Потому что вот, смотрите, насколько автоматически, видите, разработчики опять пакость такую сделали. Выкинули нас на берег, блин. Вот. А туда-то, если вы не синхронизируете, да, там? Ну, поняли, короче, да, вам топать пешком придется. Опять через очки ягуаров и так далее. Ну, в общем, вот как-то так, господа, делаем перерыв на этом месте. Минут на 15-20. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, ну и так далее, в принципе. Всем удачи, увидимся в следующей части.